Прекрасная пора золотой осени в Харитоновском парке в Екатеринбурге. Утро, люди прохаживаются по дорожкам. Древняя лестница, старинный храм на Вознесенской горке. Занимаются студенты физкультурой. А вдали прудик. Сегодня я вспомню песню Елены Чудиновой, на стихи Елены Чудиновой. Попала она ко мне из самиздатовского сборника в 1984 году. А стихи там в основном 1976 года. Потом, когда появилась возможность копировать, я сделал такой вот, подшил все эти стихи. Вот Елена Чудинова. Поэзия, драма, проза. Одну песню сейчас я вспомню, спою. Песня на стихи Елены Чудиновой. Баллада «Но розовый голубь не бьется в окно». У меня такое ощущение, что это современная, почему-то современная Ярославна ждет своего рыцаря. Хотя, может, она писала об очень древних временах. В малиновый бархат подушки расшитой на черной скамейке уперлась нога. Лицо безразлично, черты недвижимы, как будто сама вышивает рука. И глаз золотая узор выявляет, и к синий на серое лег полотно. И глаз золотая лик ах оживает, но розовый голубь не бьется в окно. А перстень на пальце мерцает подарен, а в темном покое с младенческих лет подушки по черным разбросаны ларем, узорчатый дуб и малиновый цвет. Но в темном покое метаться с тоскою, жемчужные слезы ронять не дано. Нога на скамейке, недвижность покоя, но розовый голубь не бьется в окно. Известия нету и речи привета, что разум плетет за узором узор. Устали уста повторять без ответа, замкнули уста, затаили укор. Рука вышивает, лицо безразлично, и в кубке Тристана Изольды вино. Двоичность едина, единство двоично, но розовый голубь не бьется в окно. Где конь мой ступает, там дух мой летает, известия нету и нету давно. Рука вышивает, той лик оживает, но розовый голубь не бьется в окно. Рука вышивает, той лик оживает, но розовый голубь не бьется в окно.